Привет, бро! С тобой воблер, и ставь лайк за 3 секунды, если ты знаешь, что такое торнадо. Считаю. Раз, два, три. Красавчик, что поставил лайк, а если ты не знаешь, что такое торнадо, что могу сказать? Загугли, бро! И будешь знать, что это вихрь очень беспощадный и дикий. Это у нас игра Tabs, мы продолжаем здесь бороться против зомби. Сейчас в роли торнадо выступает наш танк Да Винчи, которого стимулируют наши черлидерши. Они танцуют, танк Да Винчи сходит с ума и творит вот такие вот чудеса. Какие-то зомби сзади зацепились за него. Смотрите, даже кто-то вовнутрь пробрался, кто-то снизу в колесе застрял. Во, куда полетело, ты посмотри. Вот это торнадо не слабый, слушай. Но мне кажется, что зомби тоже дадут жару. Мы сегодня с тобой будем бороться против 15 зомбарей. Разными фракциями, лучниками, может даже великанами. И посмотрим, кто же из них победит. Зомби очень мощные и очень крутые. Если ты подписан на второй канал, который есть в описании, то ты в курсе. Там каждый день выходят ролики по Tabs, а также битва динозавров. Скоро и новые игры добавляются уже в разработке. Хочу сказать, что мы там испытывали зомбарей. Они очень крутые. То есть вот эти зомби со щитами, они же здесь называются нази-зомби. Они очень бешеные и практически непобедимые. Потому, представляешь, даже танк с черлидершами не может убить этих зомбарей. Мы с тобой попробуем разные фракции испытывать. В прошлой серии мы на канале Воблера пытались уничтожить 101 зомби. Но, как ты помнишь, это было практически невозможно. Только Рики, Дэрилы и Роситы смогли справиться. Да, это исходящих мертвецов. Но сегодня их не будет. Сегодня у нас будут просто зомбарики. И мы с тобой попытаемся как-то с ними бороться. 66 лучников, которые стреляют пузырями, стрелами. Да, сейчас пытаемся зомби вообще отправить куда-то вверх. Давайте, попадайте в них. Ху-ху-ху. Смотри, с какой высоты падают. И кто-то выживет. Да, вы представляете? Они упали, все равно бегут. То есть ни один юнит вообще не выживет с такой высоты. Ну, может, конечно, король там выживет. Но, если честно, с одной стороны, хочется мне поближе подойти, а с другой стороны, ну, как-то, если честно, стрёмно близко подходить к этим бешеным зомбарям, которые, смотри, ногами дергаются. Его поднимать 4 шара, ему просто все нипочем. Смотри, полетел еще в руке стрела, ладошку проткнула или палец. Палец, смотри. Сейчас упадет. Вниз такой. Тыщ. Все равно выжил, смотри. Схватил с собой одного лучника, потащил, говорит, ты отправишься со мной. Я тебя в воздухе съем, ты представляешь, что творит этот зомбарь? Вот это просто жестяк. Ух, полетел. Смотри, острел зомби. Они что, вообще никак не уязвимы? Наши пытаются что-то как-то с ними бороться. Давайте я тоже буду участвовать. Так, этот зомби мертв, очень хорошо. Куда ты? О, в жопу ему попали, смотрите, полетел. Так, это лучник, вот зомби схватился. Смотри, ого, двоих лучников схватил один зомбарь. То есть он не хотел улетать, он просто схватался. О, тьф. Так, он умер. А нет, еще в него попали, он живой. И этот живой, слушайте, это вообще жестко, если честно, я даже не думал, что мы будем... Блин, на меня идет Ассань, он хочет меня схватить. А ну, давайте пусть он меня схватит. Пусть меня зомбарь схватит, я хочу полететь. Давай. О, я лечу, ребята, за ногу меня схватили, смотри. Ну, я умер, я с такой вот высоты упал и все равно умер. Это реально прикольно, я хочу полетать. Так, пацаны, где зомби? Пусть они меня схватят. Представляете, еще 3 зомбаря живы. Мы тут уже их обстрелим минут 5, наверное. Не знаю, сколько по ролику, но долго. Он даже спуститься не может. Давай, до свидос, передавай Тесли привет. Он на меня падает. Шмяк, прямо возле меня разбился. А это, подождите, это мой коллега. Кстати, я только заметил, что у этих лучников одна штанина синяя, другая какая-то серая. Вы что за клоуны такие, слушайте, ну реально. Шуты какие-то гороховые. Ох. Это что такое, смотрите. Кто-то... Он что, повесился, что ли? Нет, он просто так летает, вот красиво, видите? Вот шар у него в спине.
То есть это у него такой джетпак, ребята. Так, я хочу полетать. Я хочу сейчас выбрать лучника и просто подойти к зомбарям и полететь, чтобы они меня схватили. Так. Вот, зомби, подожди. Ну. Так, он сейчас будет падать и меня должен схватить. Ну, меня кто-то схватит или нет? Я стою. Я стою под вами. Смотри. Хватай меня. Хватай. Очень быстро, блин. Хватай меня, зомбарь. О, схватил меня. Смотри, я лечу. Та-та-та-та. Я мертвый, но я лечу. Смотри, ого, высота. Ай. А, слушай, лучше вселиться в зомбаря. Блин, точно, сейчас вселимся в зомбарика. В какого? А вот, давай вот этого. Смотри, я лечу, вот эта высота. Сейчас буду падать с такой высоты. О, ляп, все равно я выжил. Я должен пробраться до лучников. Нет, ой, меня в пах выстрелили. Вот это у меня пушка, вы видели? Вот это пушка, ребята, а какая? Наверное, метровая пушка у меня. Если вы поняли, о чем я вообще говорю. Ой, ладно. Я летаю, но высота нормальная, смотри. Ну все, вам капец, лучники. Я воблер-зомби, я вас завалю всех. За ногу схватили. Так, надо другого зомби выбрать. А там кто-то зомби, даже луч. Я хочу лучника как-то схватить. Ну, падаю, 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 хватаю лучника. Хватаю. А, все, меня убили, слушайте. Прям в толпу, на растерзание. Ну, это было реально смешно и прикольно. Шарами это круто. Ладно, давай теперь, знаешь, что посмотрим. Смогут ли лучники ледяные остановить этих зомбарей? Так, я иду, такой зомбарь. Смотри, стрелы, которые охлаждающие. Ай, стрелы идут. Мне все равно все ни по чем. Я бронированный зомби. Я тебя сожру. Лучник ты. А, ты будешь моей закуской. О, меня никакие стрелы не берут. Вообще стрелы его не берут, ребята. Смотрите, у меня вообще здоровье никак не уходит. Давай сюда. Хватай этих лучников. Вы представляете, зомби не замораживаются? Ничего себе. То есть стрелы вообще никак не останавливают этих зомбарей. Так они сейчас всех перебьют даже, ребятки. Также писали под прошлым роликом, что зомби в противогазе похож на зомби из Сталкера. Так, где этот зомби в противогазе? Слушай, где он? Вот этот? Вот этот? Я лучника выбрал, смотри. Я в шоке. Я, если честно, не ожидал такого результата. Я думал, ну хоть как-то стрелы остановят этих зомби. Ну вообще никак. Именно вот этот зомбарь в противогазе похож на зомби Сталкера, как я уже говорил. Наверное, это те, которые на четвереньках лазили. Я не помню, как они там назывались. Кто помнит, обязательно отпишитесь в комментариях, как назывался этот зомбарик. Ну да, что-то в этом есть. Прикольный мод. А что вы, зомби, скажете, когда вас вот такими вот стрелами мы нафаршируем? Ох! Он меня схватил! Блин, упал! Он зомби живой, смотри, живой, чувак, а это он меня тягает за собой. Все, я отвалился, слушай, дикий зомби, а я хочу в этого чувака вселиться. Все, я зомбарь, я летаю. Ну все, мне прям в грудь попали. Я вас всех сожру. Смотри, как бревно падает. Я сквозь текстуру провалился. Пока, до свидос. Так как мне вернуться обратно? Так, все заново, потому что я под текстурой, я не хотел, если честно, провалиться, так вот случилось. Давай смотрим, жу, зомбарьки что творят. Кого-то схватил, за три трупака тягает. Ой, блин, блинский. Тыщ, тыщ, взрывы. Эти лучники вообще бешеные, они даже своих не жалеют. Вот зомбарь в бронежилете. О, смотри, ему прям в заднюю часть попали, такое ощущение, что у него ракетный двигатель. Да, зомби очень мощный, согласитесь. Здесь у нас 70 юнитов где-то с лучников против таких вот зомби. Зомби очень много хп. При том, что он вообще устойчиво к холоду. То есть это какой-то не простой зомби-вирус, а генно-модифицированный, что ли. Или как это назвать? Ну реально какой-то устойчив. К охлаждению и заморозке. Этот зомбарь, смотри, схватился, не может идти даже, смотри. Ползет. Всех перебили, я в шоке. Вот это зомбарики, ребята.
Мы в прошлой серии 101 зомби ставили, там вообще такие армия огромная была. Здесь у нас 15, мы не можем справиться. У нас 78 змеелучников. Сейчас на зомби нападут змеи, ребята. Посмотрим, как они будут змеям противостоять. Змеи, кусайте зомбарей. А что, змеи зомби не кусают? Они за жопу. Смотри, змеи гонятся за зомбариком. И что зомбарь будет делать? Смотри, они на него напали. Смотри, как пиявки какие-то. Атака змеев. Вот это зомбарям я не завидую. Смотри. Угу, да, а этот ближе всех подошел. Еще больше змей. Больше змей, больше змей, больше змей, давай. Ты смотри, они зомбаря просто засыпали своими телами. Ну давайте, змей, кусайте. Ну вы хоть одного-то зомби сможете сожрать? О, у меня идея, давай мы в зомби превратимся. Вот этот какой-то с маленькой головой. Вот я такой иду. О, как лагает. Змеи на меня напали, смотри. Как с ними бороться. На, кусать их можно как-то? Не, мне кажется, все-таки эти лучники победят. Потому что да, со змеями нечего шутить. Чу-чу-чу, смотри, стрелы какие. О, отстань ты, змея. О, не помню, какой фильм я смотрел, что там тоже змеи нападали вот так вот. По-моему, «Принц Перси» там были змеи, да? Давай. И вот здесь, вообще, смотри, что-то безумное. Знаешь, что это мне больше напоминает? Что это не змеи, а такие вот, типа, растения, да, какие-то нападают на зомби. Тут вообще, смотри, зомбарь лежит, а его змеи прям приковали к земле. Смотри, привязали. Он зомби даже встать не может. Шш, такие, пшш. Давайте. Вообще, безумие какое-то творится. Ух. Ну да. Змеи, это вам не шутки, ребята. О, ты посмотри. Здесь еще больше змей на одного зомбаря. Но все-таки, да, некоторые зомби уже умерли. Все, змеи пошли толпой на этих зомбарей. Смотри. Гора змеев. Вот это жесть, а. Вот это вам... Где здесь зомби? Вы знаете, где зомби? Я лично не знаю. Я вижу вообще очень много змеев. Что происходит вообще? Еще больше змеев. Давай. О, лучник прям вблизь подошел. Он говорит, я хочу сам добить этого зомбаря. Лучник, ты что творишь? Зачем он сюда залез? Ты посмотри. Какой-то вообще... Что вы делаете? Они решили ногами затоптать. Ребятки, 101 абориген с копьями. Вы представляете, что сейчас будет? Это просто жесть. А ну заряжай, кидай копья. Фух, полетел. Смотри, сразу в зомби. На, в ногу. Что дальше, летят? Ну, кидайте. Да. Ну, мне кажется, что сейчас зомби вообще раскрошат этих абориген. Потому что у них зарядка долгая. Да, и как-то они не сильно метко и кидают эти все свои копья. Они в своих кидают. Что вы творите, предатели? Этот зомби схватил, смотри. Что он? Зачем он хватает людей? Не, он просто зомби. Он хочет, возможно, схватить человека и затащить где-то съесть тихонько себе, да? Три ногами танцует. Что он делает? На. Не, ну понятно, что здесь они перебьют всех, потому что аборигены не выживут. Давайте, сопротивляйтесь. Ну давай, ты что, не умеешь кидать? Давай, его зомби лежит. На! Ой, я ему в ногу попал. Ой, меня схватили. Меня держат. Смотри, трупака меня тащат. Смотри, за что меня схватили, ребята, за пах. Бросили меня, бросьте меня здесь. Я буду кормить червей именно в этом месте. Так, что тут пошло, ребята? Зомби. Та-та-та, в бронежилетах с рюкзаками такими. Рюкзак нормальный такой. Хорошая вместимость у него. Еще и со щитами. Так, ну мы поняли, что аборигены обречены. 28 баллист против 15 зомби. Сейчас мы с тобой посмотрим, что с этого получится. Ну, заряжай. Ну, давай, тыщ. В зомби попали. Подожди, здесь оказывается даже эти копья, да, или что это такое, они не встреют в зомбарей. То есть зомби настолько бронированы, что...
баллисты немножко их отталкивают, и все, ты посмотри. То есть зомби не улетает. Я когда ставил баллисты, думал, что они сейчас улетят где-то в конец карты по одному выстрелу, и всего будет достаточно. Нет, просто рядышком достает копье, и все. Ты посмотри. Оу, что это такое? А, это зомби один какой-то шалит. Вот он, смотри, шалун. А, он умер уже. Добрался, добрался, давай мы тоже. Так, вот, допустим, я зомбарь такой. Иду, баллисты на меня целятся. Чуфу, промазали, ха-ха-ха. Мазилы, сейчас я доберусь. Но, в меня. С выстрела, одно точное попадание, и зомби прилетел. Я понял, тут еще попасть хорошо надо. Вот зомби лежит. Где он? Вот это лежит зомбарь? Да, смотри, он лежит, к земле прижался. Они по нему попасть не могут. Смотри, я лежу такой, оп-оп. Смотри, пролетает мимо меня. Фу! Давай, давай, вставай. А, я в текстурах завис, смотри. Что такое? Меня закопали. У меня ноги закопали, я не могу вылезти. В бетон залили, пока я тут спал. Но зомби что же, наверное, спят. Ну и чё, баллисты? Вот вы, баллисты косые, вы попасть не можете. Поехали, сейчас воблер попадет. Едем вперед, тут. А что это такое? Смотри, у меня человек. Я сейчас человеком выстрелю. Что это за дичь? Ты что ты стреляешь? Не надо стрелять, подожди. Давай поближе подъедем. Вот он лежит. Главное, чтобы меня свои же не убили. Ну, давай, стреляй. О, я добил, отлично. Последний зомбарь был убит воблером. Ну что же, дорогие друзья, все зомби уничтожены, сегодня зомби-апокалипсис не наступит. Ну а в следующей серии мы, конечно же, посмотрим. С вами был Воблер, оставайтесь на канале, смотрите другие ролики, здесь более 2000 видео, вы что-то для себя и найдете. Скоро увидимся, пока.